Ну, у нас здесь группа для начинающих будет, для спортсменов, то есть кто там только начал, и группа уже для тех спортсменов, у которых есть какая-то база, то есть спортивные какие-то разряды там и так далее. То есть здесь, то есть у нас будет сборная, в которой будут участники попадать в сборную, может, Ямала, там ездить на соревнования. Есть также будет группа, которые ребята, которые хотят научиться там постоять за себя.